Всем привет, друзья, подписчики, девочки, мальчики. С вами Крэш Паша, Паханчик, Пашунчик. И сегодня с вами будем играть в обнову Грэнни. Но не просто обнова, а обнова с новыми читами от Null the Rap. Как видите, они очень классные. Здесь есть чит на бессмертие паука, точнее наоборот, чтобы паук вас не мог сожрать. Чит на то, чтобы Грэнни не могла вас бить. Ну и старые читы, которые были. Также добавили здесь изменение физического размера. То есть здесь можно выбрать рост настоящий, и если вы выберете сильно большой рост, то вы, например, не сможете пройти в дверь, смотрите. Опа. Ну как-то так. Сегодня все их протестим, покатаемся на пауке. Кто-то катался на пауке с помощью бага, но мы с помощью читов будем, конечно же, кататься. Ссылочка на версию с читами в описании есть, можете скачать ее, поиграть. Давайте бессмертие сразу включим, чтобы бабка не могла нас бить. Опа. Вот, можете скачать, поиграть, друзьям показать и так далее. Ну и ссылочка на автора, разумеется, в описании, как же без него. Так, мы можем... О, бабушка, привет. Здесь можно ее, кстати, уменьшить, по-моему, да, вот. Грэнни размер, смотрите. Смотрите, маленькая. Вот, супер маленькая Грэнни, просто блоха вонючая. Ее обоссать можно отсюда. А можно ее увеличить очень жестко. Смотрите, это Грэнни подросток, а есть Грэнни Грэнни. Вот ее настоящий размер. А вот уже размеры не настоящие, просто, блин, надо ее уменьшить назад. Зачем ты такая большая выросла? Все. Также, как я говорю, можно и глаза подсветить. Смотрите, опа, зеленые. А, это разноцветные, смотрите. Радужные глаза. Ну и также самое крутое, здесь есть телепорты. Можно телепортироваться по всему дому. Смотрите, в нашу комнату, во двор, в подвал, в ванну. Это, ну, комната с мишкой, короче, вот. Это комната с отверткой. Это машина, это дворик, это... Опять комната почти рядом с мишкой. Так, еще куда можно? Так, опять наша комната, опять дворик. Блин, жалко, здесь чувак, короче, перенес читы на обнову, но, к сожалению, здесь не все доделано. Как видите, чтобы попасть к пауку, нам надо чуть-чуть это протелепортироваться, например, вот сюда. Да, вот сюда телепортируемся, практически рядом с пауком. Все, Грэнни здесь светится, моргает ее. Давайте ее. Блоха! Блоха побежала. Блоха, блоха, отстань от меня. Блоха нас догоняет. И смотрите, с помощью создателя предметов можно вызвать Special Key. Вот, Special Key вырубаем. И смотрите, он создался под нами прям. Под нами. Мы можем врубить эту фигню. И все, сверхсекретная дверь открыта. И смотрите, вот он паучок. Паучок, паучошка. А я не знаю, он может меня убить с бессмертием или нет? Бессмертие только на бабку действует или нет? Давайте-ка попробуем. Вот так сделаем. Смотрите. Паук. Смотрите, он на нас шипит, но он не бежит. Опа. Опа. Я не знаю, убьет он нас или нет, но я проверять пока не хочу, иначе, ну мало ли. Смотрите, можно сзади подойти к нему. О, паук. You touch me, tra-la-la. И все, вырубаем вот эту фигню. И он багует. Это можно сделать просто, если, например, накормить его сзади, также подойти. Но можно с помощью читов. И смотрите, мы бегаем по всей комнате на пауке. Катаемся на паучке, и все четко, просто. Блинский, блин, да классно. А мы можем уехать? А-ха! Вон, смотрите, его нельзя. Давайте проверим, убьет нас. Да, он нас убил, блин. Бессмертие не спасло нас. Но как вы видите, на нем нельзя уехать. Если вы пытаетесь уехать из комнаты, он сразу назад возвращается. А кто бессмертие вырубил? Я не понял. А может, я просто бессмертие вырубил, и паук поэтому нас убил? Блинский. Давайте телепортом выберемся. Телепорт. Пам, 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 пам. Вот сюда, отлично. Мне кажется, найс. Давайте еще раз проверим, работает ли это так, как работает, как бы. А ну, смотрим. Так. Блин, она супер маленькая. Если она сзади подойдет, мы не поймем, она нам ногу отгрызет, как мышь какая-то. Да реально, Грэнни стала мышью. То есть это еще меньше. А ну, сейчас работает это?
Не, смотрите. Я реально вырубил бессмертие, оно работает на всех. Свечка. А, смотрите, ходите фокус. А ну-ка. Давайте зачекаем. Опа. Я залез в домик паука. Офигеть. Офигеть. И он бегает здесь гигантский. А ну давайте вот сделаем вот это. Смотрите, как он гигантский теперь. А смотрите, он еще багованный чуть-чуть как-то, да? То есть, видите, он не достает ножками. Ножками не достает лапками. Смотрите, мы в его домике. Бабка пришла. Давайте бабку тоже. Блин, капец, капец. Это прикольно. Так, нас давайте вернем. Бабка стала меньше паука. Офигенно. Так. Бабушка, что ты хочешь? Прикольно. Офигеть. Супер читы просто. Она что, ходить не может теперь? Блин, ладно, ладно, ладно. Давайте обычно сделаем. А паук может бегать. Ты можешь ходить, бабка? Да, теперь может. Она маленькая, не может ходить. Паук, он наркоман просто, смотрите. И смотрите, он бежит по воздуху. Блин, как так вообще? Бабка, ты чё? Ты чё паука не следишь за пауком? О, можно его, кстати, накормить, смотрите, дистанционно. Можно дистанционно его накормить очень легко. Вот так вот. Пу-пу-пум, итон спаунер. Мясо есть? Мид. А, нет, мита нету, блин. Мита нету, потому что... как сказать? Новые предметы чувак не добавил. Он перенес читы на новую версию, но при этом не добавил все, что есть. Ладно, давайте врубим суперскорость. И поищем мясо для паука. Блин, суперскорость не помогает это. Так, а ну. А сюда можно пройти? Так, можно. Можно вызвать молоток, смотрите. Итан спаунер, где он? Итан спаунер. Хаммер. Супер. Вырубаем этот спаунер. Опа. Вот, и здесь мясо. Я, видите, додумался. Догадался, что мясо скорее будет всего здесь. И давайте покормим паучка. Паук, иди покушай. Ам-ням-ням-ням-ням. Как вкусно, да? Смотрите, он жрет мясо. И бабка пришла смотреть, как он мясо жрет. Он, видите, без анимации его жрет. Он просто сидит здесь. Дожирает. И напал на меня. Ты чё, паук, я ж тебя родил. Ну, почти. Я тебя не убил, значит, ты живой благодаря мне. Я тебе жизнь подарил, значит, родил, как бы, да? Все сходится. Так, что здесь еще можно интересно найти? Так, это ключ от арбалета. Микроволновка. А давайте во дворе попробуем вырасти до размеров бога просто. А ну-ка, заходим. Угу. И давайте врубаем, врубаем. Увеличение. Сколько здесь можно максимум? Максимальный размер. Давайте вырастим. А ну-ка. Мы уже видим комнату, как вы видите. Нашу. А мы увидим? Смотрите, какой мы гигантский. Нам реально ускорение помогает сейчас ходить с нормальной скоростью. Вот бабка пришла. Так, это крыша. А где комната паука? Вот это? О, вот мы видим... Это комната паука, мы видим ее, да? Да, смотрите, он еще выше получается. Он еще выше выходит. Вот. Видите, где свет кончается? Вот комната паука над этим светом, то есть. Бабка, дай нам пройти. У нас размер очень большой, блин. Бабка не дает нам пройти, мы очень толстым стали. Так, а как уменьшиться? Можно уменьшиться по-быстрому теперь, а? Давайте по-быстрому уменьшимся. Давайте бабку увеличим во дворе, посмотрим, что с ней. Что с ней не так будет. А ну. Все. Теперь бабку давайте. Вот она подходит сюда. И давайте, Гренни. Пыжж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 ж
Боже мой. Бабушка. Вы что такая жирная? Вы что такая жирная? Это грензила просто какая. Смотрите, я ноги вижу. Бабка, нифига у тебя. Бабка, что, у тебя ничего нету? Ты не бабка, ты призрак реально. Туфля дело, а под платьем ничего. Смотрите, какие у нее ноги здоровенные просто. Давайте ее уменьшим назад, а то она что-то пугает меня сильно. Давайте... О, здесь прыжок есть, смотрите. Только он бесполезный. А нет, он полезный даже очень. А ну, суперскорость врубаем. И давайте постараемся запрыгнуть. Куда постараемся запрыгнуть? О, мы запрыгнули сюда. А я хочу запрыгнуть дальше, а ну. Во! Смотрите, еще раз. Еще раз, еще раз. Почти. Почти. Еще чуть-чуть. Во! Блин, куда мы залезли? Я хочу залезть на... На крышу, вот сюда. Можно здесь на балки залезть? Ну ладно, залез сюда. А выше тут не канает, походу, да? Балки не настоящие, блин. Или настоящие? А ну. Настоящие, офигеть. Ну по ним ходить нельзя, я сразу багую. Капец, а здесь еще паук пришел. Смотрите. Нет, они настоящие, но с них сразу падаешь. То есть они сделаны, но ты сразу падаешь. Катаемся на пауке. Блин, ну это вообще четкая, короче, обнова, читы. Еще раз, по ссылочке в описании можете скачать себе, поиграть, кто хочет. Ну, на этом, я думаю, обзор закончим. Здесь, в принципе, ничего интересного больше нету. Надеюсь, телепорт дойдет прямо в комнату паука, чтобы было вообще ржачно, такой залазишь и все. На самом деле был Крэш, Паша, всем спасибо за просмотр этого ролика, ставьте лайк, если он вам понравился, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы новые серии не пропустить, ну и всем на этом говорю пока-пока.